Меня зовут Таня, это мой видеоблог, добро пожаловать. И это новый блог в новом году, ура! И угадайте, где мы сегодня? На финале национального отбора Евровидения в Украине 2019. И я, конечно же, беру вас с собой сегодня. Ура! В тот момент, когда вы смотрите это видео, вы уже знаете, кто победил и кто будет представлять нашу страну, а мы еще не знаем, в предвкушении. И я даже не знаю. Мой фаворит — это Марув. Марув? Тоже Марув. Мы в этот год как никогда. То в прошлый год у нас были разные фавориты. Да-да-да. В этот год у нас все сошлось. Ну, в общем, посмотрим. Я думаю, Марув все равно будет. А если Freedom Jazz? Ну это вообще угар, в смысле. Я вообще не понимаю, почему люди голосуют за Freedom Jazz. Они первые были и по тем, и по тем. И по жюри, и по зрителям. Так я и сейчас смотрю голосование, и везде лидирует Марув и Freedom Jazz. На втором месте Марув и Freedom, да. Я вообще не понимаю, это Freedom Jazz вообще никак. Надеюсь. А прикол будет, если выйдет это видео и поедет Freedom Jazz, и мы такие, да нет, Freedom Jazz нет. Но если поедет, кто еще? Если, возможно, еще Brunette & Blondes, то тоже они еще. Пока мы ждем прямой эфир, можно сделать несколько фото. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы можете оценить мой лук. Друзі, я буду вам дуже вдячний, якщо ми сьогодні відпрацюємо максимально стримано в контексті певних моментів мого спілкування з учасниками. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви дозволите і мені, і суддям робити свою роботу. Дякую за увагу, спасибі за розуміння. Давайте зробимо цей фінал крутим. І вже рівно через 3 хвилини ми виходимо в прямий ефір. Вирішальне протистояння за музичний олімп розпочинається просто. І гучні, гучні оплески, будь ласка. By your hand.
we were just a one-hit wonder. Sorry, I had to text it. I'm down, this is my Brexit. Tried to press rewind us, where all my attempts were desperate. Oh, this is so crazy. Да, классно. Я эти два еще жду, Каску и Анну-Марию. Потому что как тебе, Марус? Нам, кстати, к залу очень было плохо слышно. В зале, да, звук какой-то вообще, что-то голос очень плохо очень слышно. Но постановка очень крутая. Офигенно. Мне понравилось вообще. И понравились шары в юг. Правда, мы не словили, нет. На плане. Поэтому еще два номера. Шоу вообще офигенно, то есть мне реально очень понравилось. Единственное, что мне не особо понравилось, то, что после каждого выступления в основном поднимают тему политическую и так далее. Такое напряжение вообще, очень странная ситуация, я даже не знаю, кто в итоге. Надеюсь, конечно, что Марун, если честно, она с зала очень плохо было слышно, как она поет, а Каска очень хорошо спела, но в записи мы только что фрагментик смотрели, не такой был совершенно. Проблема, и что будет, какое будет голосование, какое будет зрительское, какое судьи, вообще ничего не понятно. Вообще интрига сохраняется до последнего. Мне просто кажется, что каждый судья будет тянуть за свои. То есть Филатов поставит 6 брюнетам, скорее всего, Данилка поставит 6 каски, да. А мне Джамала, кажется, я не мне кажется, знаю. Марук, Данилка. Мне кажется, Данилка Марук не ставит шестерку. Марук. Мне кажется, Каска где-то вверху. А Джамала, я думаю, Freedom Jazz. Джамала, почти уверен, Freedom Jazz и кто-то еще. Freedom Jazz, наверное. Мне кажется, Freedom Jazz. А, и эти Brunet Shootballs тоже. За Джамала. Я не знаю, просто если они зарежут Марук, смогут ли зрители понять. В общем, ничего не предсказуемо.
сейчас выступит представитель Франции, и я засниму для вас прям лайв-реакцию, которая выйдет в следующем видео, откроет мои реакции на Евровидение в этом году. Поэтому тоже обязательно посмотрите после этого. И совсем скоро мы узнаем, кто уже представит Украину. Ну, в общем, такие страсти здесь нагибают. It is. It's my first time in Ukraine, yes. Ну, типа, я рад, что Умарус не ниже 5, потому что в любом раскладе, я думаю, что зрители за них дадут максимум, и они по-любому выиграют. Честно, я в шоке, что Анна-Мария так низко, единица. И я в шоке, что Каска так низко. Честно говоря, я думала, что жюри как бы все-таки поддержит Каску. И очень странно, что, да, что... Но, походу, все-таки Мару что эти... Freedom Jazz пятерку получили, я думал, в финале, ну, типа, их пониже поставят. И очень странно с Брюно Чудбанс. Да, кстати, Брюно Чудбанс, я так удивилась, это вообще жесть. Ну, честно, просто... Да, так мы с французом сфоткались. Такой лапочка, такой миленький, ах, класс. Четыре балла. Згідно глядацького голосування. Freedom Jazz. Замечательное шоу, классный концерт. Я круто провела время, надеюсь, вам тоже было интересно. В меру своих возможностей я, к сожалению, не могу для вас показать что-то больше, куда-то зайти, знаете, что-то показать того, что вы и так не увидите. Но я надеюсь, было очень атмосферно, поэтому вы поставите большой палец вверх и, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы вдруг не подписаны, и я буду брать вас с собой в дальнейшем. Это была рубрика «Будни концертного задрота», и увидимся в новых видео. Амару желаю удачи в Тель-Авиве.